Я тоже хочу дополнить. Искам да дополню. Раз тема такая щедрость. А ку тема та из-за щедрости? Да, потому что на этой неделе тоже меня так благословил Бог. Та же седмица такая, Бог мне благословил. И сестра. И сестра. Предложила сделать массаж лица. Тя мне предложили, да, направили массаж на лице. И просто так, как подарок. Как-то подарок. Такая щедрость, да, необычная. И мне так стало, а почему, за что, в какой повод вообще? Я сама вопросы, за что, за каков поводу? Она говорит, ну, я помню, ты говорила, у тебя шея там что-то болит, там еще что-то. И вот тебе кажется, все же там сочти семи казва, че щета ты боли, голова-то ты боли. Да, говорит, приходи. И тебе оказывается, Илан, так как я от нее не получила такого прям ответа для себя, я задала вопрос Богу. А с ним получил отговор от нее, но задала дух вопрос на Бога. Думаю, ну ладно, Бог, говори, что я там, может, не сделала. Почему ты меня так благословляешь? Я должна от этого получить какой-то урок. А с попитах Бога, за что мы благословляешь? Треба да получила урок у того. И я сразу же получила такую мысль в голове. Виднага получила одна мысль в голове, что человек везде тоже работает, дети, суета, как и у всех людей на этой земле. Всякий человек имеет деца, работа, някаква суета, много грижи. Но он успевает еще думать о других. Успевает да мысли за других хора. И о близких, за близките. И жертвовать своим временем. Да, жертва свое время. И как бы для меня это было как напоминание, что мы можем это делать и должны это делать также. И за меня это вообще напомнено, че нет, трябва и можем да го правим така. Да, и каждый по-своему, кто чем одарен Богом. Всякий по своему начин, който има, какие нечто има от Бога, с тези нечто может да служить на другите. Да, аминь. Аминь. Спасибо, Люба. Вообще каждое воскресенье свидетельство.